Hello, guys! С вами Steve Pro, и сегодня я вам покажу довольно интересный текстуру пак для Майнкрафта Pocket Edition. Собственно, разрешение данного текстуру пака составляет всего лишь 16 на 16 бит. Это довольно мало. Ну, собственно, стандартное разрешение текстуры в Майнкрафте тоже 16 на 16. Поэтому, друзья, никаких лагов данный текстуру пак у вас не вызовет. Ну и, к сожалению, повышения FPS тоже не будет. Ну, давайте приступим. Во-первых, здесь были изменены все блоки, все мобы, все вещи. Зажигалочка, друзья. Не просто так я взял в наш обзор. Мы посмотрим на огонь. Вот, друзья, такой качественный огонь появляется у нас с установкой данного текстуру пака. Меч, как видите, текстурки вправду изменились. В руках они выглядят нормально. И, кстати, голова Эндер Дракона также была изменена, в том числе и вся броня была переделана. Лук, друзья. Ну, не знаю, но он тоже был изменен. И опять же, не просто так я его взял. Давайте посмотрим на эти стрелы. Стрелы, как видите, тоже поддались изменениям. Эндер, перо или жемчуг края. Ну, друзья, он изменился и стал довольно красивым, что я вам могу сказать. Очень классный текстуру пак, который вы можете скачать, перейдя в описание под данным видео. Ну, а больше всего мне здесь понравилась листва, которая стала просто шикарной, друзья. Арбуз. Да, вот такой красивый арбуз, который хорошо у нас выглядит в руке. Собственно, изумруд. Ух, я знаю, кто нам сейчас нужен, да? Тебе нужен изумруд? Эй, дружок. Нужен? Нет? Нет, не нужен. Но жалко. Собственно, житель тоже был изменен, точнее, были изменены все мобы, которые есть только в нашем Майнкрафте, в том числе и новые мобы. Давайте мы на это с вами взглянем. Возьмем мы, пожалуй, шалкера. Так, это лавовый куб, обитатель края, а вот, наверное, наш шалкер. Ну вот, друзья, измененный шалкер. Ну, просто замечательно. Ну и просто так покажу вам вот такого слизня. Ну и вправду замечательный Майнкрафт становится с данным текстурпаком. Если вам понравился обзор и сам текстурпак, обязательно поставьте жирный лайк и не забудьте подписаться на канал. Ну а мы увидимся с вами в следующем видеоролике.